Данчина, мне 11 лет, и я из Москвы. Мы с командой «От веранды дети» решили включиться в этот конкурс «Golden Time Talent» и сделали картины на тему «Сказочные герои в моей душе». Эта картина называется «Рождение мудрости». На ней изображены чеширский кот и гусеница Абсалем в детстве. А сейчас чеширский кот еще очень маленький. Он не хочет ни про что думать, он веселится и получает маленькие открытия из всего. Но эти открытия для него очень большие. Рядом с ним Абсалем. Ему очень нравится чеширский кот, хотя, может быть, в будущем это будет не так. Герои находятся в сказочном саду, где все по-другому. Чеширский кот лежит на большом листике. Это завитки от огурцов. Они очень большие и кажутся героем деревьями. Меня и мою картину связывает то, что мы любим радоваться жизни. Мне очень нравится, что они абсолютно разные, кот и гусеница, но их многое объединяет. Они смотрят на жизнь одинаково. И мне очень нравится, что мудрость бывает не очень сложной, а очень легкой. И мы не привыкли к этому. Я уже участвовала в конкурсе Golden Time Talent и была номинирована. Мне было очень приятно смотреть видео, отзывы про мою картину. И я поняла, что оригинальность очень важна, и я подумала, что оригинальность чеширского кота и Абсалема очень уникальная в «Алисе» в «Стране чудес». Я очень надеюсь, что жюри очень понравится моя работа.